Ну и, кстати, все больше наших земляков отдают предпочтение именно местным производителям. Да, благодаря этому не только производители питания, но и мебельные фабрики закрепляют свои позиции. Радуются отношения цены и качества, индивидуальный подход и сроки изготовления. Обо всем подробнее расскажет Дарья Тетерина. Выбираем тюменское. Этот девиз актуален не только для продуктов питания. Теперь жители столицы региона могут приобрести мебель от местных фабрик. В нашем салоне 100 кухонь представлены кухонные гарнитуры и корпусная мебель собственного производства. У нас вы можете заказать мебель по индивидуальным размерам с учетом выбранного вами дизайна. Индивидуальный подход позволяет спроектировать кухню с учетом ниш, выступов и других особенностей помещения. Прямо на месте дизайнеры составляют 3D-макет в цвете. Мастера фабрики могут изготовить гарнитур как из массива дерева, так и из более экономичных материалов. Например, МДФ с покрытием из пленки ПВХ или эмали пользуются не меньшей популярностью у тюменцев. Фабрика мебели 100 кухонь радует своих покупателей различными акциями, специальными предложениями, подарками. Например, сейчас у нас проходит акция при заказе кухонного гарнитура 3D-дизайн проект у нас в подарок, а выезд замерщика и установка бесплатно. Дизайнеры советуют, зоны хранения, подготовки продуктов и приготовления пищи должны быть в равной степени удалены друг от друга. Это позволяет свести к минимуму перемещение хозяйки и делает кулинарные хлопоты приятнее. Классическим вариантом для любого интерьера считается линейный гарнитур. Угловой дизайн позволяет оптимально задействовать пространство. А вот кухня островного типа подойдет для просторных помещений. Тюменские фабрики обещают не просто индивидуальный подход, но и качество, проверенное временем. Дарья Тетерина, Алексей Красных, «Тюменское время».